Да, вот как раз наш проект «Святоотеческий кружок», как мы его назвали, он рассчитан на самую широкую аудиторию, в первую очередь тех людей, мы имеем в виду тех людей, которые интересуются православием, интересуются основами православного вероучения и хотят воцерковиться. То есть наш проект, он рассчитан на тех людей, которые пока мало знают о нашей вере, и хотят больше узнать, и хотят найти, так скажем, дверь, через которую можно войти в Царство Небесное, то есть в Православную Церковь. Темы наших лекций очень практичные, то есть мы стараемся не только давать догматы, хотя догматы сами по себе, догматы канона Церкви, они практично связаны напрямую с практикой, но мы также говорим и о том, как нужно жить по Евангелию и по преданию святых отцов, как сегодня, сейчас нам в нашей повседневной жизни сопрягать ее с тем древним, но всегда актуальным и вечным апостольским и святоотеческим преданием, которым богата наша Церковь и на котором она стоит. Вот. И мы, конечно, стараемся рассказывать о тех краеугольных камнях нашей веры, нашего практического делания христианина православного, да, на которых зиждется наша вера. Это как раз молитва, три основных столпа, да, мы вот и о них говорим. Это молитва, это, значит, аскеза, то есть исполнение заповедей Божьих в повседневной жизни и участие в таинствах Церкви. Естественно, мы говорим об этом расширенно, и вот в течение многих занятий уже, если мне не изменяет память, седьмое, где-то занятие прошло, шестое, седьмое, вот раз в месяц примерно мы говорим, раскрывая вот эти три основные темы, то есть молитва, аскеза, таинство Церкви. Я надеюсь, что применяют. Надеюсь, что применяют и по некоторым признакам, пока косвенным, но так как я не духовник, я не могу узнать поточнее, да, это в основном прерогатива духовников, узнавать, как они живут по заповедям, как они борются. Но мне кажется, что все-таки эти знания нужны, они находят применение, и большинство людей, которые хотя бы раз побывали на наших занятиях, они возвращаются. И более того, аудитория прибавляется, аудитория в основном, что меня очень радует, молодежная, тем более, что наш проект изначально, он рассчитан, собственно говоря, на молодежную аудиторию был в начале, хотя сейчас я вижу, что и большое количество людей среднего и даже пожилого возраста приходят к нам и узнают о вот именно вот этих моментах практического применения православного вероучения в нашей жизни. То есть мы отвечаем на вопрос, если очень просто, как быть христианином, православным христианином сегодня? Как применить древнее предание Церкви? И мы говорим о том, что это предание, оно актуально и вечно применимо сейчас в нашей жизни, и оно не является архаикой. Более того, это очень перспективное направление и единственно верное направление нашей жизни, наших православных людей и вообще людей в целом, даже если они не являются православными, все-таки когда-то они, ну, как минимум за гробом поймут, что лучше бы они жили по-православному. Вот. И что хотелось бы сказать, вот, обращаясь к нашим зрителям, да, я хотел бы их призвать изучать нашу родную православную веру, потому что она настолько интересна, не побоюсь этого слова, настолько замечательно она проникает в сердца наши, да, настолько она вдохновляет и делает жизнь совершенно другой, более счастливой, более радостной, более животворящей, более перспективной с точки зрения вечности. Потому что на самом деле, если мы не будем заниматься духовной жизнью, то у нас нет перспектив даже на ближайшую стратегическую перспективу, да, там, извиняюсь за тавтологию, там, на ближайшие 10-20 лет, но уж тем более у нас нет никаких перспектив в вечности. Поэтому призываю всех, изучайте нашу родную, любимую православную веру, старайтесь ее изучить глубже, не просто изучить, но и максимально возможно применить в своей повседневной жизни. Тогда вы станете по-настоящему счастливыми людьми. Не просто православными христианами по имени, да, но и по образу жизни. На самом деле, по-настоящему, вы станете богоподобными людьми.
этот путь завещан нам святым отцам. И когда многие, мы, кстати, с этого начинаем наше занятие, я говорю, в первом занятии я говорил о святости, о том, что мы все призваны к святости. И когда некоторые, как я понимаю, внутренне удивляются этому, да, я всегда вспоминаю и говорю слова Иоанна Златоуста, который сказал, что Господь Иисус Христос призвал нас к святости, призвал нас уподобиться Ему. «Не страшись, слыша это, страшно не быть таковым». Это сказал великий наш святильник и учитель церкви, святитель Иоанн Златоуст. Занятия проводятся в открытом режиме. Это означает, что доступ абсолютно свободный. Приходят как люди воцерковленные, приходят миряне, приходят священнослужители, приходят просто люди, которые интересуются верой православной. И очень много в последнее время приходят людей, которые, может быть, даже не столько интересуются непосредственно пока что еще верой, сколько ищут ответы на жесткие вызовы, которые, в общем-то, современная жизнь людям сейчас предъявляет. Вот. Далее интересным представляется то, что действительно тематика занятий формируется совместно со слушателем. То есть живая обратная связь существует, и лекторы, они отрабатывают базовые занятия, фундаментальные, даются основы православия, святоотеческой традиции. И по итогам вопросов-ответов формируются уже практикоориентированные занятия. Ну вот в частности, например, мы из практикоориентированного мы исследовали вопрос действия интернета на детей, на молодежь. Что такое виртуальная реальность, какая она хранит опасности в себе, содержит, и какие она, с другой стороны, хранит в себе полезные вещи. То есть абсолютно критичный, позитивный, конструктивный диалог такой идет в формате дискуссии, целью которой является установление истины. Истины в каком плане? С точки зрения того, как правильно жить, как соблюсти целомудрие с точки зрения неразрушительности жизни, как предвидеть последствия. Но люди православные понимают прекрасно, что все ответы в нашей православной вере, а те, кто приходят из числа ищущих, они обнаруживают для себя интересные вещи, например, о том, что православие дает очень актуальные ответы на очень актуальные проблемы. И в первую очередь на то, на те вопросы, которые сопряжены с полноценной жизнью с точки зрения счастья, с точки зрения инструментов воздействия на реальность. Вот это я наблюдаю, это очень интересный момент. Молодежь находит для себя форматы общения с окружающими. Вот такова цель этой площадки. И я имею в виду прикладная. Ну, с точки зрения же фундаментальной, она, безусловно, основана на православии. И перспективы ее развития таковы, что если удастся, а пока это удается, слава Богу, успешно, выработать модели и практики выхода в мир с тем, чтобы иметь возможность оказывать людям поддержку, давая им правильные механизмы, правильные методы и правильные, самое главное, ценности и принципы жизнедеятельности для того, чтобы успешно держаться в этой жизни. Ну, под словом «успешно» я не подразумеваю, что зарабатывать миллиарды или прожигать жизнь, или купаться в лучах славы, а с точки зрения сбалансированного, нормального бытия, которое позволяет себя вполне комфортно чувствовать и при этом не потерять возможность спасения души. Наблюдается интересный очень такой процесс. Есть определенный костяк. Я еще раз хочу сказать, что входят и преподаватели в число слушателей лекторов. То есть слушатели одновременно могут быть и лекторами. То есть это приветствуется. Если методология, тематика усвояемая, если можно так выразиться, то и актуальная, то это, в общем-то, практикуется. Так вот, входят и бизнесмены в состав слушателей, и практические работники в сфере юриспруденции, например, в частности,
и богословы, и студенты Святодуховного монастыря есть, и просто ребята молодые, девчата ходят. Вот, несколько представителей семейной, так сказать, традиции имеются, то есть люди, которые, послушав, преломляют это в своей практике семейной жизни. В общем, полезное наблюдается в первую очередь в формировании вопросов и запросов. И второй очень момент яркий, полезный в том, что по итогам лекций люди выступают желающими стать лекторами тоже. То есть у них есть опыт свой богатый. Оказывается, у нас Земля очень богата интересными людьми на самом деле. И вот эта возможность правильно реформатировать опыт, не переформатировать, наверное, а сформатировать его и сделать его доступным для других, вот дает возможность это общение. И вот это первое такое зримое проявление полезности. Вот. Ну, второе, то, что, безусловно, люди довольны и благодарят, потому что это происходит и в рамках лекции, и после лекции, и существует обратная связь, и телефонная в том числе, ну, это постоянно происходит, живая связь, она текущей стала, то есть люди находят ответы на те вопросы, которые их беспокоят, получают новые вопросы, формируют новые практики, социальные, личные, психологические, вот, это очень такая живая работа, она благодарная, она хорошая.